вам кажется, будто ничего необычного сейчас не произошло? Несколько совершенно заурядных историй о том, как наши современники собираются на праздник в Петергоф. Кто-то из них летит самолетом, кто-то едет на такси, которое вызвал при помощи смартфона, кто-то покупает билеты в кассе на площади, а кто-то заказал их в интернете. Эти люди перезваниваются с друзьями, делятся фотографиями и совсем не вспоминают о том, какое количество выдающихся достижений и тяжелого труда стоит за каждой технологией, каждым устройством, которыми мы пользуемся ежедневно. И за каждым из них стоит уходящая в далекое прошлое череда замечательных людей, ученых и первооткрывателей, изобретателей и инженеров, учителей и наставников. Это люди, которые открывали и создавали новые знания, бережно передавали их из поколения в поколение и следили, чтобы однажды открытое не было утрачено. Благодаря этим людям наша жизнь стала именно такой, какой мы ее знаем. И сегодня мы даже не замечаем, что нас окружают настоящие чудеса, которые созданы удивительными людьми, наследниками которых мы с вами являемся. И об этом наш спектакль.